Ага. Здорово, Витёк здесь и... Ха! Чёрт побери, я забыл, я же не Витёк. Я Виктор Реактор сегодня, давно я его не подрубал. Пришёл опять, смотри, к мужику, зовут Алан Беккер. Рисует всякие рисовашки прикольные. Пришёл смотреть 31-ю и 32-ю часть Animation против Майнкрафта. Анимация против Майнкрафта... Конечно, 30-я серия была просто сверхэпичной. Я настолько был сильно поглощен ею, настолько долго передумал, переосмысливал ее, что вот видите, как долго выпускал следующую серию. Но я вот тут смотрю, это же получается все, конец. Вы тогда сразу, вот задание к вам перед тем, как начнем смотреть, напишите в комментариях, хочу, чего еще можно такого прям посмотреть эпичного, на что можно реактор подрубить. Как-то так. В общем, грузите сразу лайк параллельно, чтобы не забыть, пока комментарий пишите. А я пошел смотреть. 31-я серия у нас стала на Ultimate Minecart Race. Ультимативная гонка на тележках. В шахтах, которые. Погнали. Ага, пьедестал почета. Нет, награды. То есть теперь они этот посох используют во имя добра. Нифига себе. Нифига себе! Вы видали? Они там неделю ехать будут. Смотри, снаряжаются. Этот, точит алмазный меч. 25 динамита взял. Так, по машинам. О, это что-то эпичное будет. Ну давай. Погнали. Опа, лопатый гребет, смотри. Первый догадался. Он что, замедлил синего, что ли, или что? Не понял, что он сделал. Кинул лопатой? Начал новые вагонетки ставить впереди всех. Дерзкий. Отдай вагонетку. ТНТ! Синий такой. Начали на расслабоне. Пока-пока. Погружение. Поплыл, поплыл ты, посмотри. Ха-ха! А у этих трезубцев нету, да? Красный. А, у него новая вагонетка есть. А этот? Рокет джамп. Ну, ТНТ джамп, извиняюсь, да, этот термин из Квейка был взят. А-а-а, этот с удочкой со своей. Стильно. Да что ж ты, говорит, с удочкой замучил? Вот это эпичное рубилово, капец. Что он делает? А, развилка впереди, говорит. Наверх и вниз. Впереди два стула, как говорится. Ай, продолжили. Так, эти наверх, эти вниз. Взяк прикольный. За голову схватился такой. Эти во льдах.
На лодке быстрее гребет. Снежков понадел. А, в него прям, да? Ты в лицо, он такой. Понял. Ууу, какой-то лабиринт жуткий. Нифига себе, как он среагировал. А у них бесконечные вагонетки, я не пойму. У них может закончиться вагонетки просто? Ой. Бах. Залови его. А, окей, перепрыгнул. Что это? А, лошадка. Обратно. На. Это тоже вагонеток не осталось. Эликсир скорости. Еще. Пошуршал. Сейчас просто пролетит мимо. А, нет, смотри, догоняет просто. Морковку скормил. Лошадь такая. Сейчас эти вернутся. На, вагонетка. Вагонеток понабрал вообще вагон. Вагон вагонеток. Все вместе теперь падают. Замедлил падение. А-а-а, что делать? Всех сейчас все подбирает, смотри. Сам на лошади. Под самый конец, да? Чтобы не разбиться. Так, этот желейный блок. Этот выпил не падение. Фух, вообще полетел. На куриц так летит. Жесть какая. Боже мой, сверх эпик. Уже ни одной вагонетки ни у кого не осталось. Все просто, что, на пчеле? Кукурица клюет зеленого. вот они, не давайте. Замедленный финиш, смотри. Кто же? Кто? Вместе! Смотри, вместе! 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 Фотофиниш показал, что они финишировали вместе. Сейчас, говорит, всем золотой кубок дам. Я, говорит, да нет, я, ну ты чё? Нет, я же, погоди, ну я на скорости. А я на яйцах. У меня динамит был, а у меня ракеты. Моё! Мы все! Отдай! Да расплоди ты им просто кубок и все, елки-палки. Во, молодец. Нет, так нельзя, говорит, так нечестно. Так неправильно. Ой, боже мой. Так, какой 18 эпизод? Зачем ты его включил? Ну, я могу понять пацанов, но они так старались, так трудились, перли, летели, я не знаю, все, что-то такое можно, там, синяки, ссадины, экстрим, седые волосы, что только не было. А им говорят, ну, все пришли первые, они говорят, да иди ты в задницу, с вами все первые. Ну, это офигительная крутая гонка. Я прям сидела с открытым ртом, что дальше будет, и офигевала от того, что происходило. Ну, это прям, конечно, сценарий жуткий, конечно, такой придумать. Это было круто. Надеюсь, вам понравилось. Я не знаю, что будет здесь. У нас шеф. Что-то с готовкой. Это Гордон Рамзи мира анимейшн против Майнкрафта. Погнали. Я такие, блин, я устал жрать эту картошку и яблоки.
И яблоки не хочу, в общем, ничего не хочу. Есть что, говорит, повкуснее. Да и пирог, говорит, ваш уже. Все, говорит. А этот удончик там какой-то потребляет. Чел. Дай. Где? Вот рецепт, говорит. Пойдем. Окей. Шапку надел, печки поставил, воду залил. Так, бульончик. Муку сделал, так. Бросил. Так, там цыпленок пошел. Вон, говорит, надо яйцо. Про цыпленка мощно. Мука. Так, макаронодельная машина. Варим макароны. Это мяско какое-то. Что это он делает? О. Яйца типа вареные, да? Зеленушечка. Какие-то носки жеваные. Для аромата, видимо. О, говорит, хороший. Белиссимо. А вот этот рецепт готов? А, где ты взял рецепт? Вот у этих. У жителей. Наменял, говорит. Блин, мне так нравится их вот этот жест. Просто я тащусь с него. В общем, ищите рецепты. Такой, окей. Здорово, говорит. Такое есть еще? Это же 21-я страница из 60. Где, говорит, мужик с рецептом? Там. И все друг на друга показывают, да? Или куда-то сюда. Там дом, что ли? О, это повар. Здорово. Это мое. Заходи. Так. У-у-у, тут накрыто. Стоять. Нет. Сенсей говорит, окей. Все, сейчас он будет их учить готовить. Мастер кукбук. Книга мастер-шефа. Давай, давай, иди. Дайте мне. Не, говорит. Обмен. Бургер, курица и пончики. А. На, говорит. Не-не-не-не-не, говорит. Только это. Прикольно. Аниму эти. Эмеральды предлагают. А, попыта. Отобрать хотят. Не-не-не. Он шеф. Сейчас он у вас ножом-то. Сейчас всех уделает, смотри. Это, знаете, больше похоже на какого-то... Боже мой. Раньше, в моем детстве, популярен был фильм со Стивом Сигалом. Он там все время повара играл. Говорит, да кто он такой? Да вроде повар. Да, говорит, этот повар, говорит, перебил половину моей команды. Ну ладно, начнем с нуля. Пэнкейкс нужны сначала.
сейчас будет учить. Эти смотрят. Так, поняли, говорит, сейчас сделаем. А муку где не возьмут? Слишком жидкая, слишком много воды. А этого тефтеля получилось, слишком мало воды. Я нормально, говорит, воды. Сироп. Сахар растопил. Опа, тут уже куча блинов. Ох, фига себе, плеснул прям в лицо. Руки мыл. Мы это для него готовили. О, такой. Такие идут. Окей. Квест продолжается. Семена томата. Пиццу будут делать теперь. Томатная паста сейчас будет. Так, мука у них уже есть. Я тесто уже нафигарил. Прикольно такие. Накручивают. А этот что делает? А, сыр из молока. Нормально. Он, правда, не так делается, ну ладно. С бекончиком или с грибами? А, у каждого свой вкус. О, это что? Запек. 4 духовки. Ну реально, как будто мы это передачу с шефом смотрим. Шефом Рамзи. Или с этим, с Ивлевым каким-нибудь. Не нюхай, как говорится. Так, это что? Масло? Во фритюре будут жарить, ребят. Картошку фри будут делать, пончики будут делать. Невкусно, что ли? Так. Котлету для бургера. Такие еще деловые, а и прикольно. Как с картинки. О, но! Масло горит! Жесть. Че, два пончика понесут? Покрасит или что? Спрятал. Увидел.
Вы не справились. Ну, пожалуйста, ноги упали. Выгрузил их. Фига себе, у него живот урчит, аж спина дрожит. Апатия. Она выглядит так. Карта. Ага, зачел им два блюда и дал карту. Новый квест, нифига себе. Это, видимо, в следующей серии будет, да? Ух, на гнедого коня. И поскакал. А, нет, тут еще много. Я думал, уже серия кончается. Она же большая, 17 минут точно. Так, каждый в свою сторону. О, эти в Китай приплыли какой-то. Так, это в Европе где-то. Нам нужно вот это все. Кукуруза, что ли? Где научиться делать вот это все, говорит. На, иди, говорит. Иди, иди, режь себе рис, собирай. Итальяно. Нет, Франция, круассан. Кондитер. Так, сейчас все научатся. Мексика какая-нибудь, я не понимаю. Что ли какой-то там или что это? А, все понял. Так, пельмешки там какие-то. Кикуише, буфбюрген. Пока-пока. Кукурузу набрали, перцы чили набрали. Все, все с ингредиентами шпарят. Я, говорит, все записал. Да, они сейчас поварами сами станут, и все, им нафиг не надо будет учиться. Он говорит, я более чем уверен, что сейчас он им скажет, да вы и так все знаете, в этой книге как раз про это и написано. Надо. Ну давай. Шеф.
Так, атака, буррито, буррито. Засчитано. Что такое? Давно, говорит, так вкусно не ел сейчас. Макарончик, давай. Сейчас они откроют, а там все эти рецепты, смотри. В смысле, там ничего нету? А, это вообще обложка просто. А, все. Вот в этой книжке, говорит, ты все и записал. Ха-ха-ха, понятно. Спасибо, сенсей, говорит. За что? Ну за что? Ну зачем мне опять это 18-я серия? Ну что ты от меня хочешь, а? Ох. Ну эпично. Все равно интересно, как это получилось. Такое ощущение, ну, я не знаю, то ли там сценарист какой-то поменялся. Вот вспомните серии, которые были там вот это вот 15, 16, 17, да. И вот, вот вроде тематика тоже схожа, да, про готовку, но насколько интересно, да? И по-другому совершенно воспринимается. Конец убил. Ну, не убил, а покалечил, но, в общем, неожиданно, да. Что ж. Все равно хорошо. Хорошо, достойно. Будем ждать продолжения. Правда, оно совершенно не скоро будет, ребят. Что я могу сказать? Мы досмотрели с вами до упора. Вот эта последняя серия вышла вообще 2 недели назад. И судя по тому, что я вижу, серии выходят хорошо, если раз в 3-4 месяца. Так что, а если следующая серия будет еще и короткой, то нужно будет ждать, пока еще одна серия выйдет. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? В общем, хорошо, если через полгода мы вернемся опять к анимации против Майнкрафт, так что мой запрос по поводу, что еще пореагировать, он актуален. Пишите в комментариях. В описании ссылочка на плейлист Виктора Реактора, также ссылочка на телегу. Вот, например, сегодня на стрим люди приходят, говорят, а что ты мне YouTube оповещение прислал, ты стрим стримишь. А вот телегу присылает, в общем. Подключайтесь, оповещения там и всякие веселухи, интересухи там тоже есть. Ой, все, ребят, спасибо за внимание, пока.